Аналіз причин витворчого травматизму свідчить, на протягу останніх років вони не зміняються. Низький уровень працівної дисципліни з боку наймальників і роботників, плюс недостаткова профілактична робота по боротьбі з п'янством. Уживати алкоголь стали значно менше, але повністю такі випадки ще не виключені. Найбільш показальні зареєстровані в одному з підприємств жильово-комунальної господарки. Этот случай, значит, произошел с плотником ЖКХ. Ну и самое отягощающее, что этот случай произошел, значит, в п'яном виде, то есть алкоголь 3,3 промилля. Самая резонансная справа отбылась у компании «Дельта». Наприкінці мая у Пермском крае Российской Федерации пикап, який належав этой организации, сутикнувся с автобусом. Три белоруса загинули на месте, еще два тяжко поранены. Без этой статистики ситуация была бы больше оптимистичной. На посяджении облвыконкома особливо подкресливается, на Гомельщине активизовалась профилактичная работа, и это приносит становчие выники. Краине потребна твоя беспечная праца. Сегодня за питанию створения беспечных умовного творчества долучилась социальная реклама. Отповедная информация размещена на плакатах, баннерах и бигбордах. С початку года только семинаров по питаниях аховы працы на Гомельщине проведено около 400 тысяч. Причем это уже не раннейшее посяджение деля справоздачности, а у первоважной большинства открытая размова об реальной ситуации на предприятиях и шляхах управления недохопов. У агропромысловом комплексе, например, провели несколько месячников безпеки працы. Как выник, колькость несчастных выпадков с тяжкими наступствами скоротилась у колене у 2,5 разы. Государственные инспектора труда активно принимали участие в этом. Значит, уровень тяжелого и смертельного травматизма в отрасли сельского хозяйства, в том числе и коммунальной форме собственности, у нас намного снижен по сравнению с предыдущим годом. Ситуация у охранном секторе выкликает им больше значную увагу, что полевые работы все это находятся на постоянном контроле. На посяджении облвыконкома об этом так само и шла размова. Зараз на Гомельщине практически завершена уборка сбожжевых и начинается нарыхтовка кормов. Нарыхтовать есть что. Теперь главное – зарабить это максимально беспечно для самих работников. Если в целом в прошлом году урожайность была порядка 150-180 центнеров с гектара, сегодня мы уже видим 250-260 центнеров. То есть урожайность в разы выше. Олег Сентеров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».